Финской Мюпы дома обыграла со счетом 3-0, а там разошлась миром 0-0. Сегодня обойдется без пропущенных мячей. Стартовые составы. Минская «Динамо», расстановка. В воротах Минского «Динамо» Олег Веретило, номер 20, Сергей Полетевич, 6, Умару Бандура, номер 17, Сергей Карпович, 16. Сразу три на флангах: Чегожи Удоджи, 15, Игорь Стасевич с капитанской повязкой под 22 номером, и Ненат Адамович, номер 88, он на своей стороне и нам тоже известен, потому что обслуживал встречу между турецким Фенербахче и Витим. Ну и все-таки замена случается. Но вот Игорь Воронков так и не сможет продолжить. Тут находит Азарей. Клуш в атаке. Это Монрой. Вперед налево. Камора. Подача штрафную. Как опасно! Александр Гутер. Аплодисменты и браво! Через опорную зону. Выходит. Выходит постепенно. Если бы нет, не отпустили. Если бы нас. А у нас, господа. Давайте посмотрим. И интересный поворот событий, насколько я могу понять, в нашу пользу. Потому что вот за этот подкат центрального защитника Йонас Уран, едва не нанеся травму Чегожи Удоджи, не очень удачно сыграл Бандура. Едва выход 1-1 может случиться. Подкат чистый или нет? Смотрим на рефери, что он показывает. Игорь Стасевич, угловой. Сергей Полетевич нам показывает крупным планом. Можно бить поворотом. Ну как же так? Чижгожи Удоджи. Какая возможность? Не заставила. Там у Диаманды. Ты! Какой момент. Еще один ворот Александра Гутера. А это мы будем наблюдать удар Григори Таде. Небрежно сыграл. То, как «Динамо» это делает в чемпионате Беларуси. Еще раз напомню, Антон Асимович, конечно, был не в естественном состоянии. Они были чуточку подняты, но мяч просто в них угодил. А это удар Чегожи Удоджи. Сад. И постепенно без центра поля. Футбол мы наблюдаем. А удар в перекладину. Стандарт. Еще раз смотрим. Удар Удоджи. Ненат Адамович, вновь Удоджи. Вот для него эта игра в открытую. То, что нужно. Уходит Удоджи, ставит корпус, нарушает правила. Естественно, и позиция для Игоря Стасевича. С одного метра 1-0. Ну, наконец-таки, 71-я минута. До перерыва все эти качели, которые мы наблюдали, а иначе не назовешь, наверное, закончились. Вот после этого в Лиге Европы может последовать за своими коллегами. А может быть, еще и сыграет против Стяла в чемпионате Румынии. И пенальти! Мы на повторе все увидим. Это Камора. Вот так вот сначала сыграл мяч, а теперь просто по ногам. Антони Готье рассказывает деловито, предупреждая футболистов, чтобы те не вбегали в штрафную до свистка. До удара. Удоджи разгоняется. Бьет 2-0. Минская «Динамо» закрепляет свой успех. Мне кажется, вот в этом эпизоде, еще раз присмотревшись, никакого контакта Камор там не было. Просто-напросто у Игоря Стасевича заплелись ноги. И он оказался на газоне. Но это не отменит радость от белорусов. Наши клубы в этой еврокубковой кампании выступают очень-очень.